Селезнев Артем, коротко о сути вещей на YouTube. Бесплатный пиар. Все знают, что хорошая реклама – это видеореклама, реклама на телевидении. Чем лучше канал, тем лучше реклама. Еще знают, что прайм-тайм также важен. Немножко похуже, но также работает реклама на радио и в газетах. А теперь представьте, YouTube – это ваш собственный телеканал. И он намного лучше, поскольку доступ, если есть интернет, доступ круглосуточно к YouTube и к вашему видео также. Чем больше вы делаете видео по какой-то своей заданной тематике, в которой вы разбираетесь, которая у вас хорошо получается, таким образом вы набираете пиар. Или, возможно, вы какую-то цель преследуете, как политик, как бизнесмен, который хочет быть более узнаваем и еще не знает, как выйти на каналы. Или просто вы мечтаете об известности, как Джастин Бибер, просто играл на гитаре, его мама снимала видео, выставляла в YouTube, и так ним заинтересовались, и из Канады он переехал в США и стал известен. Таких историй масса. Значит, что требуется? Просто снимать видео, хорошо их оформлять. Оформление позволяет находить вашу целевую аудиторию. И уже тогда это получается классный пиар. Вот такой пиар. И это работает.